А то слово матери я скажу. Настасья! Опять по бабам пошел. Ну, это же я по бабам хожу. Опять по матери пошла. Опять не то. А. Опять своей мамаше подалась. Ладно, я хоть отдохну, а то умаялся в бане. Куда ты отморозишь? Коленки-то. О, река! Какая гадость!
что, тетка, поганок объелась? А я из баб. Хочу сижу, хочу лежу, хочу безобразничаю. Интересно, я-то с какого стрессу моя изба твоей стала? А ну, чушина отсюда! Сама чеши отсюда, а то сейчас моя настача вернется, она тебе задаст. Знаешь, какая она у меня ревнивая? Чего? Ты хочешь сказать, сейчас сюда еще и твоя жертва припрется, да? Ясно, парится, сюда, а куда же еще? Да нет-то, что же, люди, добрые-то, делается-то, а? Пришел конфуз, от кедова не ждали, а? Ха, это еще не конфуз. Вот если ее на наше вернется Новый год встречать сюда, считай, полная эвакуация. Уж больно на руку тяжело. Да ты кто такой? Да ты кто такой, чтобы меня угрожать? Чеши, говорю, от сердца, а? Богатырь русский, Илья Муромцев зовут. Ты чьих будешь? Ну, я-то баба-яга костяная нога. Ой, мяло! Сядеть бы тебе сейчас в печи на лопате. Ой, да не в том я мальче настроении. Чего? Чеши, говорю, от сердца. То с минуты на минуту. Ой, мой суженый землянин. И полетят флачки по закоулочкам, бабка стоит. Ты чё, бабка, да. Совсем офонарела? Сама явилась сюда, как иго татарская. Ещё и хакаля сюда притащила. Ну, это уже наши. Сам ты хакаль. А мне мужчина приличный, антилегентный. Ой, конь ударный, а какой брутальный. Ой, свидание у нас сегодня с ним романтическое. Так и крутили бы свои шашки у себя дома. А кроме моей избы не нашлось места, что ли, во всем 30-м королевстве? Ой, обстись, милу! Да какое ж ента 30-е царство? Ента же 39-е царство государства. Вон и адрес же имеется. Почитай. Закусывать надо. 30-е царство. Северная пушка. 13-й квартал. Все верно, мяло. Ну, все верно. И опушка северная, и квартал 13-й. Но царство-то 39-е. Хочешь, я тебе и документы покажу. Коли а покажи. Ой, не подглядывай, только меня. Ладно, больно надо. Вот, мяло, кайда, почитай. Ну, ничего. Кадастровый пачкарт. Видишь. Изба бревенчатая, неполиброванная, на курином ходу. Адрес, вот, читай внимательно, 39-е царство. Северная опушка, 13-й квартал. Вот, и штепки имеются. Все, разогнал. Может быть. Ой, да и шо как может, мялок, ну и шо как может. Да не туды ты попал, ну, не туды. Давай-ка, да как не туды? Изба-то моя. Какому стрессу она может быть твоей? Ежели она написана же на курином ходу. Так и у меня на курином ходу. Гастарбайтеры строили. По документам фундамент бетонный, вот. А по факту бегает по двору. Сама себя тупит, орет по утрам матом, пока всех не разбудит. Умная изба называется. Ну, допустим, мяло. Ну, обстановка у тебя, чай в доме-то, другая в избе твоей. Да точь-в-точь, и стол, и лавка, и брага на лавке стоит. Да век ни той браги не пить, ежели не так. Ты хочешь все правильно, ну, допустим, ты хочешь сказать, вот она, и потребить у тебя какой-нибудь имеется. Нет. Вот портрета такого нет. На этом месте у меня календарь с обнаженными бабами висел. Фу, нахальник какой-то. Так Настасья моя сорвала его и в печи сожгла. А на это место фотокарточку свою мамашу на житие кости присобачила. Ну, как же
Да не помню я. Помню, что баня была. Вот. А дальше все как в тумане. В тумане, говорит. Да. Агента мы сейчас исправим. На агента в случае мяло у меня имеется вот волшебное средство. Двигай. Блюдце-то волшебное. Сейчас все расскажет. Откидывать тут взялся. Ну, чуфыр, чуфыр, чуфыр. А ну-ка, волшебное блюдце, покажи, как оказался тут Ентон Бороды, а? Не буду я им что показывать. Я ты что, почему? Ты травматишь одна. Показывай, говори, не выпендривайся. Сказал, не буду. Так, словами хотя бы напрягни. Как Ентона не ходится, у мою девичью постель занесло. Ой, да в баню пошел, как обычно. Традиция у них бандерить баню шастый пацан Новый год. А я что говорю? Была баня? Была? Ну, помылись они, а дальше-то чего было? А дальше, как обычно, бабу ели, дед попугали, три сарайка сожгли, тут и по домам засобирайся. А лишь папульчу в 3-9 надо было от царства. Вот и вызвали ему такси, в смысле Змей Горыныча. Пока ждали шепота в шу накатили, а потом ой, еще... Ой, все, хватит мне тут без подробностей. Ну, если без подробностей, то Добрыне Никитичу пофиг было, кого на змея грузить. Муромец первым под руку попался, он полетел. Так вот оно что, Никитич, друг мой верный, век твою суки не забуду. Дождались все.
повела себя в этом году? Не присушила ли кого? Не охмурила? Ой, и за денег же ты, Мороз! Да я же ночью положительная во всем! Ну, можно сказать, чистый ангел. Скорость на ступе не превышаю, добрых волосов не соблазняю, вот ты! То есть не соблазняю, и то есть не сушу. Вань! А может, ты и стишок для меня выучила? Да когда мне было это учить? Морозочка, ну вот, а видишь, елочка-то наряжала, стол-то я накрывала. Ой, тебя ждала. Ждала, говоришь? Ждала. Я же ночью положительной со всех сторон, Морозушка. Ну? Ну, раз такое дело, то есть у меня к тебе, Илюша, серьезный разговор. Уся, присаживайся, вам внимание. Одни мы на белом свете. Я всю жизнь с мешком по лесу мотаюсь. Ты всю жизнь в лесу пропадаешь одна, денешенька. Внучка-то выросла давно, и не понимаем мы с ней друг дружку. Вот я и подумал, Яга, не пора ли нам с тобой как-то объединиться, что ли? Ой, я уж прямо не знаю, Морозушка, что это ты тут базары разбазаришь? Согласна, Яга. Ой, Яга, ты ж не дослушала главную мысль, а уже решение принимаешь. Ты ж выслушай меня сначала. Я же и на главной, и на второстепенной, Морозушка, согласна я. Я же об ем 300 лет мечтала. Вон она. Глянь, и между прочим, у меня портретик твой имеется. Я ж его каждый день по три раза на лето место за глазом протираюсь, но протираю и улыбаюсь. Странный какой-то портрет. Вроде бы мой, а вроде и не мой. Ну как же ж не твой? Да как же ж не твой, Морозушка? Ну глянь внимательно, вон она. И усы твои, и борода твоя белая, и нос красный. Усы-то усы, да вот не мои трусы. Я другой фасон уважаю. Нет, трусы-то я-то не имеют никакого значения. Я уже художественный образ, Морозушка. Да неудобно как-то. Сверху вроде прилично, а снизу страмота. Ой, образ ента художник. Так что, Яга, решил я, надо на этот портрет вот так вот отпилить. Так я ента, Морозушка, как время появится, так вот сразу вот так вот возьму и до сих пор вот все отпилю. Ой, ты не обращайте. Да не, что я не мужик, не, что я сам не отпилю. А ну, давай, тащи ножовку. Садись ты, Морозушка, ну я ж готовилась, я ж тебе так ждала. Ой, попробуй мою рыбку-то заявную. Сама... Ой, контроль, я слово матерное скажу. Ой, что это? Чуй, ты ехать сегодня что-то расшалилась. Странное какое-то эхо. Такое ощущение, что оно от портрета исходит, только слова перевирает. Да я-то ехать всегда брешет, Морозушка. Ну не обращай ты внимания, ну садись ты. Попробуй, ну отведай ты мою рыбку-то заливную. Не ешь мне рыбу, такая гадость я заливная рыба. Ой, опять. Что ты ешь-то ехать, брешет и брешет. Ну все, давай, Морозушка, вот, вкус не от... Странное это эхо. Какое-то больно дерзкое. А ну-ка, сейчас я его своим-то посохом волшебным как утихомирю. А я забрала двину. О, ты кто таков? Как кто, не видишь? Богатырь русский. Да вижу, что не татарский. Что же ты, Яга? Я-то думал, ты одна одинешенька. А у них тут полный ажур с бонжурами. Да, Морозушка, да какие ажуры да бонжуры? Не виноватая я, он сам припёрся. Ну, царство, говорит, взял да и перепутал.
ошибаешься. Если здраво рассудить, ты женщина свободная. Ну, просто сказала бы мне русским языком. Иди, мол, старый, не мешай моему женскому счастью. Уж я бы понял. Да какое счастье, Морозушка, да какое счастье, если этот лиходелец царство путает. Он говорит, я с бабой у него точно такая же, как и моя. А царство-то ему надо было в 30-ю лет, а попал такого мне в 39-ю. Ну, то, что царство перепутал, это еще можно понять. А вот то, что изба такая же, как и его хоромы богатырские, это полная лажа. И ничего, и не важно. Это хан Бабай со своей стройбригадой, как горячие пирожки избы одинаковые лепит. Не кричишь. Ну, прости ты. Ну, век мне на метле, Морозушка-то, не отдать, ежели бы я тебе променяла вот на ярдного лекарица. Ты же у меня такой интеллигентный. Такой достойный, такой отстойный, то есть достойный, а какой колючий, ну прости ты меня, Марина. Нет у тебя веры, Яга, выходит, не срастется у нас ничего, все, прощай. Ну прости ты меня, Морозушка, ну прости ты меня. Помучить маленько. За что? За что? Ой, что спрашивать, за что? Ой, да за жизнь свою загубленную, долю затрепанную, а молодость-то все пропавшую. Что-то ты, Ига, больно на мою единичную персону сильно раздухарилась. Да он же считай у меня, я же с ним считаю уже из кураж вошла. А когда я в куражу, то под хвост меня вожу. Вот! Подумаешь, дед тебя бросил. Ты себе еще молодого найдешь. О, молодого найдешь. Да я же его! С них на него еще на прошлом холодильнике-то поспорила. На свой последний зуб. С едной подругой заклятой, с кикимором. Что всю новогоднюю ночь с Морозушкой-то провернулась. Зубом последним поклялась. А усал-то там у свидетелей. И что теперь прикажешь мне делать, а? Ничего себе ты нахлынешь. Так а я-то тут при чем? Да как же ж при чем? Как же ж при чем? Ты же меня вон последнего стратегического оружия лишил. Какого оружия? Рыбку заливную. Ой, он же шатал меня по колпакам, то был. Ой. И что теперь прикажешь делать? Не вернется он же тепереча? Да вернется он. Ага. А толку-то с Ердова? Вот еще раз повторяю, съел ты мою последнюю рыбку-то заливную. Чем я его тепереча удержу? И что прикажешь, последний зуб отдать Кикимори, да? Так и ты ж мухоморы любишь. Так вот, курить любил. Ой,
Ну, да ну его к лешему, девчатца. Давайте, пойдемте знакомить буду. О, а че это он без бороды? Ой, ну, наш ничего спросить. Ну, побрился, и это он мне говорит. Как же ж я, Маруся, ой, Ягуся, Маруся, обнимать и целовать тебе буду. А че это он без шубы? Ну, разделся, и это он мне говорит. Как же ж я, Ягуся, дорогуся, обнимать тебе буду. А мешок с подарками где? Ну, где, где? В Аркуте. Я-то он мне говорит, слушайте, девочки, проснемся ведь мы утром, Ягуся, с тобой. Я тебя серебром, златом и, между прочим, гардеробчиком богатым нарядит. Ва! Неужто присушила? Неужто приворожила? У змеюка подколодная! Thank you.
вечеринке. Хотел меня, между прочим, перед
Ломай-ка черегу, ломай, а то сожрут они нас, как есть сожрут, и слова матерное не успею сказать. Да что же это ты, добрый молодец, деда-то моего позоришь. Он слов нецензурных отродясь не сказывал, потому что интеллигентный, воспитанный, культурный. Ну что, Ига, проспорила. Каждый Новый год в баню ходить.
Так Ваня-то женский день. Некого тебе, Илюша, винить, только себя. Хотя, если бы не ты, не видать бы нам Нового года. Это как же? Остался бы мой дед у Яги, отведал бы ее рыбки заливной и слег бы животом. Рыба-то у нее гадость редкостная, об этом уже весь лес знает. А какой Новый год без Деда Мороза? А так, сам того не ведая, ты всю Егину затею и сломал. Так нет же Деда Мороза, ушел он куда-то в неизвестное направление. Почему в неизвестном? Очень даже в известном. Да это не в том, о котором ты подумал. Да как где же мой Морозушка-то ненаглядный? Ну, где? Здесь он, за дверью меня дожидается. Это мы, Яга, решили тебя проучить, чтобы на Дедов Морозов спорить неповадно было. А всяким богатырям по чужим бабам шляться и брашку флягами пить. Дедушка, заходи! Ну, привет честной компании! Ой. Что, потеряли меня? Ой, Морозушка домой явился! А я прямо уся извелась, и прямо уся извелась! Что ж ты, Яга? Я-то думал, у нас все серьезно, а ты поспорила на меня, о! Да с чего ты взял-то? Да вон леший с водяным в сугробе сидя, все мне рассказали. Хвалили тебя. Ну прости ты меня, Морозушка, ну прямо какое-то минутное засмеяние, А я к тебе, Морозушка, уж и прямо неровно дышу, вот прям неровно, вот послушай. Стучи сердце. Да, это что? Совесть твоя нечистая стучит, в колокола бьет. Но добрая у меня душа. Так и быть, прощаю тебя, Яга, и даже свое предложение оставляю в силе. Ой, Морозушка, да я же завсегда. Вот он, у меня даже и подарок. Вот он, на крахмаленной овяси. Все, готовая я. А фата-то зачем? Ну как же зачем? Ты же сам меня намекал, перспективы строил. На дядя я, между прочим, намекал. А я совсем другое имел в виду. Да что, Яга? Какое еще другое? Никакого другого. Я замуж за тебя хочу. Так что... Да экономка мне нужна в моей вотчине. Письма там сортировать, ответы писать. Всякие подарки раскладывать по порядку. Забавы выдумывать, в том числе и для деток. А ты чего подумала? Вон оно чего. А я-то думала. А я-то надеялась. На детей думала. А вон оно чего. О, Яга, не удалось тебе новогоднюю ночь Дед Мороза провести. Спорила. Ну давай, привязывай свой зуб. А вы как черный? Давай. А кто сказал, что она проиграла? Как сказано, так и будет. Вместе встретим Новый год, вместе будем веселить народ. Если ты, конечно, Яга, еще согласна. Согласна ли я? Ну что, проспорили подруги за грядью? Ага, гоните откуп. Погоди, Яга, никаких откупов. Старые споры нужно забыть. Старые обиды простить. Только тогда можно Новый год встречать. А мне-то как быть? Мне Настасья обиду точно не простит. Змей Горыныч в отрубе. Да первый рейс только утром. Ладно, так и быть. Заведем мы тебя по дороге. Заодно и детишек твоих поздравим. Вот спасибо. Только самое главное, с дороги не сбиться. А то новых изб, он как сколько много одинаковых. Попадем еще куда ненароком. А мы ко всем заедем, всех поздравим. Встречай, народ, Новый год. Пой, пляши и веселись от души.
ирония избы или с нелегким баром принимали участие артисты театра «Каламбур». Илья Муромец, Сергей Голиков, Бабыка, Марина Кособокова, Дед Мороз, Татьяна Унима, Снегурочка, Ирина Крупко, Кикимора, Наталья Ельмененко, Русалка, Надежда Ворона. Звукорежиссер Артем Ульман.